Пользователи гаражей ракушек у дома номер 25 по улице Попова в Афанасове просят предъявить разрешение на установку строений, либо убрать незаконно смонтированные боксы. Накануне сотрудники администрации развесили объявление. Делают они это не в первый раз, но до сих пор, по их словам, реакции не последовало. А самовольные постройки не должны портить облик города. Последнее предупреждение. Сегодня мы развесили объявление, что ровно через месяц, 5 августа, приедет техника администрации, и данные гаражи будут убраны. Поэтому в данный момент у владельцев, если есть таковые, данных нестационарных объектов, есть возможность их увести, забрать свои вещи, вывести и очистить придомовую территорию. Предъявить разрешение на установку, если оно имеется, можно по адресу Сергиев Посад, проспект Красной Армии, дом 169, кабинет 108. Сделать это нужно до 5 августа.